Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений на просмотре сайтов на кране зарабатываю криптомонеты, а вернее токены, которые конвертируются в различные криптомонеты. Называется и Falset. У меня 12446 токенов или коинов, без разницы. И как бы они у меня сразу здесь конвертируются. Работаю я на этом боксе с 2022 года. Шикарный букс, работает, платит, все супер. Значит, здесь у нас что? Вывод, вкладочка, и дают ежедневный бонус. Есть кран, овервал, шортлинг я не собираю, я только на просмотре сайтов, ну и на кране. Значит, на просмотре сайтов у нас тоже все замечательно. У меня стоит криптомонета Solana, так как я буду выводить в Solana. И видим, здесь дают по 168 токенов. Потом опускаемся ниже. 91 токен, по 50 токенов, как бы, да. Ну, давайте коротенькую ссылочку просмотрим. Вот 22 токена, 5 секунд. Кликаем. Нас перебрасывает на страничку. Можно остаться на страничке и посмотреть, если вас заинтересует. Или же вернуться обратно. Появляется такая вот капча. Кликаем. И выбираем перевертыш. Вот ищем. Видим, да, такие? Вот это, по-моему. Ага, кликаем на Very. Все, зачет. Таким вот образом просматриваем рекламку-то, ну, на кране тоже. Так, где у нас кран? То же самое все. Все легко и просто. Подводных реклам нет. Ничего. Можно. Каждый таймер 4 минуты, 55 токенов, ну и 3 эксперта, 1000 лимит клейма, как видим, более чем достаточно. И разгадываем капчу, 6, 9, 7, значит, 6, ага. Перебросила, ничего страшного, это же кран, а все краны, как мы, нам известно, связано с рекламой. Так, кликаю на вкладочку. Так, и что у нас? 6, 9, 7. Значит, 6, 9, 7. Разгадываем капчу. Опять-таки ищем мы перевертыш. У нас где у нас перевертыш? Да, блин. Перевертыш. Наверное, это, может, и не это. Сейчас я обновлю. Что-то я вообще не вижу здесь перевертыша никакого. Ну ладно, сейчас посмотрим. Вот этого выберем. Правильно, неправильно сейчас. Нет, неправильно. Вот. Перевертыш у нас. Так, значит, 2, 10, 3. Вот здесь сейчас. Перевертыш вот это вот у нас. Все.
55 токенов я получила. Также у нас есть, друзья, ежедневный бонус. Можно заходить. Видим, да, дают 0 и 7 дней. 30 токенов, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Кликаем claim. Так, упс. А, 2 ПТС надо. А я только один сделала. Сейчас я вам... Так, на ПТС меня... Потому что я сразу бонус, как бы, вообще, когда ухожу уже от работы, тогда только и бонус собираю. Давайте еще одну рекламку посмотрим и соберем бонус. Возвращаюсь на кран. Вот видим, да, шкала идет. Разгадываем капчу. Ищем перевертыш. Вот он, перевертыш. Вэри. Так, и где мой бонус ежедневный? Бонус. Вкладочку закрыть. Сейчас получим бонус. Вот, раскатываем капчу. Также ищем перевертыш. Вот он, перевертыш. Опускаемся ниже. Claim. И мне дали что? 66.95 токенов. Давайте теперь пойдем на вкладочку вывод. И выведем свои монеты. Значит, здесь, смотрите, когда будете выводить, краны могут быть вот эти, они пустые могут быть. Потом они пополняются, и опять как бы можно выводить. Вот видите, они пустые почти уже. Я буду выводить в Solana, ставлю галочку. И что у нас здесь? Значит, так, 12.610 в токенах, видим, да? А сюда надо прописать адрес кошелька. И я иду на Faucet Pay, я копирую свой Solana адрес, вставляю адрес кошелька, также разгадываем капчу. Это у нас вот перевертыш. Значит, мне должно прийти 0.2012 там с копейками. Все, да, вот 0. Видим, такая сумма. 2 нуля, было 3 нуля. Да ладно. Все замечательно. Идем. Дашборд. И, пожалуйста, VFullSlate платит инстантом мои монетки Solana 0.2012 с копейками 30 января. Все шикарно платит инстантом. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Не интересно, пройдите мимо. И вот здесь в меню, во вкладочке рефералы, находится реферальная ссылочка. Сейчас я вам покажу. Загрузится. Вот она, реферальная ссылочка. Можно кликнуть, и ссылочка скопирована. Пока-пока.